А вы знаете, что на телефоне есть очень много бесполезных настроек, которые вредные, которые нужно отключить, потому что это они делают бездарные процессы на вашем телефоне. Они садят телефон, грузят его по полной. Чтобы отключить, сделай, как я показываю. Заходим в настройки, ищем пункт Google и активируем все сервисы. Попадаем в такое информационное меню, где нам нужно сделать кое-какие действия. То есть, смотрите, персонализация с учетом общих данных. Отключите два пункта, у вас может быть Telegram, Viber, WhatsApp, потому что, когда вы включаете, вы даете доступ к вашему, к примеру, почте. К внешний носитель это флешки, то есть, все Google знает, что вы там фотографируете, читает письма по полной. А потом, смотрите, реклама. Если у вас вот этот вот функ включен, у вас тут есть рекламный идентификатор, вам нужно сбросить рекламный идентификатор, а затем удалить рекламный идентификатор, чтобы было меньше рекламы на телефоне. Это тоже вам поможет избавиться от рекламы и сделать так, что у вас не будет рекламы на телефоне вовсе. Больше видео на моем канале. Подпишись на этот канал. Тут много интересного. И расскажи другу об этом способе.